Заявление президента Северной Осетии Тимура Замамсурова о том, что в будущем Северная Осетия может объединиться с Южной, при всей своей неполиткорректности, сделано так, чтобы выглядеть обычной проговоркой о отчаяниях остинского народа. И здесь действительно есть вполне резонное основание полагать, что общее настроение в Северной Осетии сводится к тому, что это народ один, что когда-нибудь Северная Осетия должны быть вместе с Южными. И на уровне теории и общего восприятия такое есть на поверхности. Несколько глубже обнаружились некоторые проблемы, потому что Тимур Азмамсуров говорит о том, что Южная Осетина и Северная Осетина – это один народ, что не совсем так. И ментально и исторически, и традиционно эти народы не так уж похожи, как принято а, полагать. И южные стены, они привыкли все-таки, при всех мифах о том, а, что происходит, они все-таки достаточно а, близки по своей традиции а, к тем, с кем они жили веками, к грузинам. И а, северные стены имели возможность убедиться в различиях, а, когда волна юго беженцев своей активностью а, подмяла спокойных и не очень склонных к бизнесу а, северных с другой стороны, есть другая проблема, элитная, потому что, конечно же, руководство Северной Осетии, чиновникам Северной Осетии, конечно, хотелось бы, чтобы их регион был чтобы статус Северной Осетии, превращенный просто в Осетию, стал весьма за счет Южной Осетии куда более весомым. И здесь, конечно, важны и бюджетные потоки, которые идут на восстановление Южной Осетии, и то, что сейчас юго режим, обескровленный и финансово, и кадрово, представляется той зоной, которой сейчас самое время захватить более сплоченному северному руководству. Однако, во-первых, все прекрасно понимают, что югостинское руководство сейчас ничего из своей независимости не отдаст, из своей чиновной независимости не отдаст. И я думаю, что в первую очередь смысл того, что сказал Тимур Асмонсоров, заключается в попытке напомнить о том, что Северная Осетия является одним из основных каналов и плацдармов для финансирования и поддержки Южной Осетии. И в этом смысле позиция Тимура Азамамсера абсолютно понятна. Именно отсюда, как мне кажется, напоминает он центру, и должно происходить наступление и поступление всех каналов помощи для Южной Осетии.